Небольшое видео про то, как починить полуось Suzuki Baleno 2001 год 1.9 турбодизель. Значит, проблема такая. Это вот ставится промежуточный шрус. Естественно, все шлицы вот здесь, он разболтался, он болтался и сожрало шлицы. Он просто прокручивается, то есть коробка крутит, колеса не едут. Полуось стоит $130, бэушная. Насколько ее хватит? Вот этой, это была родная полуось. Ее хватило на сколько-то времени. Поставил вторую. Поездил, наверное, 3 года. И вот такая вот штука получилась опять. 3, может быть 2, уже не помню. Естественно, подшипник под замену, потому что он болтается, как неизвестно что. Так, значит, что сделали? Проточили. Ну, тут не проточили, тут чем-то про... Не знаю, что сделали тут. Это не просверлено, это как-то выжжено или что. Как-то так. Значит, с четырех сторон сделали вот такие вот штучки. Он вставляется сюда. Загоняется после того, как оденется подшипник и насадится на крепление. Вот здесь доходит до конца с четырех сторон. И забивается сюда. Здесь вставляется стопорное кольцо. Соответственно, потом вставляется в, здесь тоже прорезали, пропилили 4 отверстия и насадили специальное утолщение колечко. Вот здесь сальник гуляет, и вот это все дело вставляется вот сюда. Вот, соберу, покажу еще, как получилось. Но входит сюда очень плотно. Это не болтается. И все будет отлично.